тракторозаводском районе ищут пенсионера, который ушел на прогулку и не вернулся. 78-летний старик может бродить по улицам города. Сергей Голощапов, 1939 года рождения, и раньше уходил из дома на 2-3 дня. По словам родных, он всегда возвращался. А тут уже неделя прошла, как он пропал. Родные обратились в полицию. Сейчас начаты поиски пенсионера. Близкие волнуются и ждут звонков от тех, кто его видел.